Кооперация входит только вклад украинских музыкантов в современную европейскую культуру. Сегодня был вклад одновременно в культуру трех стран, в немецкую, французскую и, разумеется, русскую.
вклад украинских музыкантов в современную европейскую культуру. Сегодня был вклад одновременно в культуру трех стран: в немецкую, французскую и, разумеется, в русскую. Концерт Равеля для фортепиано с оркестром Турнадо был исполнен по нотам. Для нашей культуры это не очень типично, но главный сюрприз звучал. Очень надеется на поддержку музыкантов. И мне кажется, он ее получил.